Друзья, сегодня у нас в гостях находились ребята. Антон, Василий с женой Аней. Антон, он тележурналист. Антон Курилович. Я даже не ожидала, что их зацепит мой приют. И я благодарна ребятам, что они прошли и заглянули везде. И они смогут сказать своими словами всю ту правду, которую они увидели. А я ее принимаю так же, как принимаете вы. Друзья, всем привет! Мы находимся в приюте, который называется «Лохматая душа». Этот приют сделан на частные деньги. Здесь постоянно спасают животных, пристраивают, лечат. Руководит им замечательная Валентина Сирич. Если вы хотите помочь, принять участие, присоединяйтесь. Всегда нужны опилки, корм, ваша поддержка. Рядом со мной Маламут Рой. Этому месту, которое сделано на частные деньги, частные пожертвования, всегда нужна помощь, опилки, корм. Присоединяйтесь, помогайте лохматой душе. Это замечательное место, где работают самоотверженные люди. Вот всем этим хвостикам требуется помощь, опилки, еда. Здесь очень хороший коллектив, но всегда чего-то не хватает. 2000 спасенных собак. Присоединяйтесь. Сегодня приезжали новые друзья. Мне понравилось, как тепло они отнеслись к нам. Несмотря на сплетни, несмотря на все ухищрения наших злопыхателей облить грязью лохматую душу. И ребята решили убедиться сами. Приехать, посмотреть, оценить и сделать свои выводы. Антон, Василий, жена Василия, Анечка. Ребята приехали спонтанно. И я удивилась их теплу, их вниманию. И на сердце по-настоящему рождается надежда и вера в то, что все равно будет все хорошо. Эта лохматая душа сейчас переживает не самое лучшее время. У нас очень тяжело. У нас почти закончился корм. Мы его сейчас растягиваем, как можем. Везде пишем, везде кричим, обращаемся куда только можно. Животные не виноваты в наших проблемах. У наших бездомных никого нет, кроме нас с вами. Только мы. И я прошу вас, будьте людьми. По-настоящему. Настоящими людьми, добрыми, сострадательными. Ребята, милосердие есть в душе у каждого из нас. Вспомните о вашем милосердии к тем, кто нуждается сейчас в вашей помощи, к тем, кому плохо. И, возможно, вот эти проблемы, что навалились на нас, может быть, это испытание. Наше человеческое испытание трудностями, чтобы проверить, останемся ли мы с вами людьми. Протянем ли руку тому, кто нуждается больше нас? Сумеем ли сохранить в душе человечность? Ребята, я верю в Бога. Я верю в то, что любое испытание дается человеку, и он может его преодолеть. Только вот захочет ли? Друзья, лохматая душа – это шанс каждому из нас сделать что-то доброе. И я уверена, эта доброта из вашей души никуда не денется, никуда не уйдет. Она останется с вами до конца. Это тот поступок, которым вы будете гордиться. И рано или поздно каждый из вас вспомнит о том моменте, когда вы протянули руку помощи тем, кто нуждался в этом. Добра вам, люди. Крепкого здоровья и дружбы. Не только между собой, но и к братьям нашим меньшим. Друзья, хорошие мои, родные, это немногие из вас могут держать собаку в доме. Многие любят, но не имеют такой возможности. Друзья, мы для вас. Мы открыты для вас.
Приезжайте, мои хорошие. Приезжайте и дружите с нами. А мы очень-очень рады дружбе с вами. Вы наша жизнь. Я не боюсь этих слов, ребята. Вы наша жизнь. И я благодарю вас за это. Добра вам, люди. Добра и благополучия вашему дому. Счастья, любви, здоровья. Крепкого, крепкого здоровья.